Hi. Carl, it's me, the truth. We got a date with Destiny, man. In about 5 minutes. Where you at? At the old airplane graveyard you've been hanging around. Damn, where is this fool? Oh, shit! Hey, man, look out! Oh. The new age begins here. Say what? Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train, kill the guards, get in and steal the stuff. Oh, yeah? What stuff? I don't know yet. Oh, шикарно. You don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look, fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh. Listen. They're coming. We better go. Peace on Earth, dude. Всем привет, с вами Александр Полянцев, клуб игроков GTA San Andreas, и это прохождение 65-й миссии игры. И опять мы проходим задание для этого старого пердуна. Нифига себе, куда заехал. Вот, но... Тем не менее, это также одна из самых интересных миссий, как и предыдущая, которая называлась «Черный проект». Но эта миссия будет не самой легкой, так как военных, с которыми нам придется столкнуться, не так легко всех перестрелять. Они также хорошо стреляют, и в этой миссии они довольно метки. Поэтому для начала, как это делаю иногда я останавливаюсь вот здесь где-нибудь на крыше. И вон уже рядом поезд. Мы можем... А, тут нельзя снять. Ну ладно. Так, мы разбили первый ящик. Сейчас отлетим. Разбили второй ящик. И тут ничего нет. Нам осталось разбить третий ящик. Но в любом случае придется иметь дело с военными. Так как если мы их не убьем, то, сами понимаете, они убьют нас. Конечно, тут очень важна меткость, и поэтому предлагаю стрелять вот такими небольшими очередями или же сразу в башню. Так, вон какая-то хрень, которую нам надо взять. Через которую была названа эта миссия, как зеленая вязкость. Мы ее подобрали. И теперь летим к праведнику. Ну, другими словами, назад в аэродром. У нас две звезды, как видите, преступности. Но это совершенно ничего не значит, ведь мы летим. И, соответственно, никакой джип или мотоцикл полицейский нас тут не достанет. А вертолеты начинают за нами гоняться, скажем так, только с третьей звезды. Вот вообще всего одна осталась. Да и не важно. You got it, man? I got something. Let me see. Ooh, everything is different now. What is it? Да, мне тоже интересно. Everything. They will call this Year Zero. I'll be in touch. Wait! What is... Yeah, see you around. Вот и выполнили мы миссии на аэродроме. Имущество теперь стало наконец-то приносить нам прибыль. И... С вами был Александр Полянцев, клуб игроков GTA San Andreas. До встречи в следующей миссии.